Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофи Хайпер Клэйнс Алекс Фокс, и сегодня мы играем в GTA в новый режим! Каяо, братишки! Кукурузики, блинские, народские! Ой-ой-ой! Всем здорово! Так, ребята, сегодня у нас режим под названием «Снабжение». Вот, и смысл которого заключается в том, что 4 команды поднимаются в воздух за добычей. Нам нужно, получается, поймать флаг. Донес один. Вот они, видите, в небе вот так вот они показываются, и доставить на свою базу. И та команда, которая доставит больше добычи под конец раунда, то и выигрывает. Так, вот я флажочек подобрал. Хочу сразу сказать, пацаны, девочки, мальчики, бабушки, можно забирать и другие флаги, понимаете? Воровачу. Так, стоп, ребят, у нас 4 флага. За мной хвост сейчас подобьют. Тихо. А знаете, Олег, я не на помощь. Стоп, подожди, а знаете, кто у нас спер флаг, пацаны? Знаете кто? Пашенька. Пашенька у нас зеленого цвета такой, а? Иди, ты что стреляешь там, Паша, по мне? Офигел? Ну, все нормально. Сейчас давай на разборку выйдем. Давай на разборку. Я забрал обратно. Только донес его. Я тут же доставил, короче, ребят, получается, флаг, и у нас тут же вот отобрали. Слушайте, блин, эпичный какой-то режим. Тут прям нужно следить за всем, что происходит вокруг себя, ни в коем случае не давать врагам, чтобы они воровали твои эти ящики, эти флаги. Это вот. мои флаги, блин. Это мои. Нет, говню. У вас флажочек. Так, ну слушайте, пока что мы выиграем. Но, ребят, в этом режиме может поменяться вообще ситуация, в принципе, за считанные секунды. Вот вы просто прикиньте, команда подлетает, ворует просто абсолютно все флаги, которые находятся на твоей базе. А что с нашей базой происходит? Кто ее там атакует? Так, у нас. Все, смотрите, у нас только что было 4 флага, теперь один. Надо чувака вот этого убить. Я несу обратно. Надо вот этого чувака убить. Я тоже несу обратно. Ема, как у меня все жестко, ребята, меняется. Да, вот так. Не подобрал? Или подобрал? Единственное, такие проблемы. Я пытаюсь чувака добить, он вроде бы... У розовых много, надо выпарывать. У нас опять украли. Ой-ой-ой-ой-ой, я не справился с управлением, вринулся, по-моему, в какой-то квадрат, который находился в воздухе, но да ладно. Я уже один доставил, ребята, нашу базу. Все, красава, видел. Так, ну смотрите, ладно, еще 3 минуты. В принципе, еще 3 минуты. Это кто там? Это Паша летает. Паша летает. Нет, там, подожди, где? Нет, это его из его команды, козелка. А ну-ка, сейчас, подожди, сейчас. Так, вот смотрите, тут у розовых. Ну, кстати, у розовых. А вот. Чувак сейчас только что доставил. Чувак только что доставил. Воу! Нифига себе, как мы не врезались! Не, знаете, что нравится? Просто чувак доставил только что на свою базу флаг. А я такой подлетел, типа, здоров. У оранжевых много, их пора атаковать. Ну так атакуем. Братишка, куда полетел? Отдай! Ой, как рядом взорвалось все, я уже один доставил. Давай. У меня дымится самолет, ребят, что делать? Надо чувака убить. По-моему, можно на F долго жать, и все будет нормально. Ага, конечно. Серьезно, там было написано. Все, минус. Ребят, Олег, просто я тебя прикрываю, братишка. Просто тут, смотрите, в чем прикол. Ракетами сзади стрелять, мне кажется, это вообще, в принципе, бессмысленно, потому что тут есть и ловушки, которые отражают эти ракеты. Вот, так и дымовые ловушки. Выстрелить. Да, и ловишь? Два раза все равно у они ловят. Ну, а у тебя не очень сложно поймать. Завидую. Вот, зеленой базы, вот, атакуем. Кто взял? Кто взял? Вот, вижу чувачка. Паша там, Паша на нашей базе, так, ребят. Так. Не, конечно. Стоп, сколько у нас осталось? 1,5 минуты, ребят, нужно срочно нужно. Слушайте, у меня план, попали, у меня план. Давайте впервые. Просто смотрите, в последние 3 просто секунд. Их возьмем, да, просто их возьмем, будем летать. Просто их возьмем и будем летать, тогда мы выиграем. Так, я сейчас возьму. Вот, на розовой базе очень много на розовой базе. Давайте, берем на нашу базу, давай. Я надеюсь, у нас получится. Нет, кто на меня нацеливается? Кто нацеливается? Нельзя. Пацаны, срочно на нашу базу нужно доставить прям срочняк. Все, один доставил. Я взял один. Меня подорвали. Ребята, что? Надо выигрывать. Капец. У нас 40 секунд, 40 секунд. У каждого по... 40 секунд. Оп. Вы чё? Да ворует тут, ворует все у нас. Сейчас я уделю. Нельзя. Сколько время? 33 секунды. 33 секунды, пацаны. Начинаем воровать. Начинаем, пора. Успеть, самое главное надо. Быстрее за флагами. Зеленые украли. Давайте на розовую базу, срочно. Тут прям много. Я уже возле нее. Давай, у нас осталось 13 секунд.
Так, я взял один. По-моему, у меня сейчас... Я не взял один! Давай, быстрее, на пасу! Успел достаивать! Успел достаивать! Успел! Давай, давай, давай! Пожалуйста, один флаг! Нет, ну серьезно! Давай! Розовый выиграли! Нет, розовый выиграли! Ой, пацаны, все-таки розовые! Просто розовые! Это просто, ребят, тут надо... В последние секунды просто ты должен понять, что происходит вокруг, где больше флагов, где меньше, на какую команду ты должен нападать, на какую нет. Это реально очень сложно, тем более мы играем в этот режим второй раз. И, ребят, если вам этот режим понравился, потому что лично мне он очень сильно зашел, прикольный, в принципе, такой неплохой. Вот, поэтому, ребят, ставьте лайки, если бы хотели видеть побольше таких режимов. Ну что, дорогие друзья, у нас следующая карта. Ребята, смотрите, у нас новый самолет. Слушайте, а что это за самолеты такие? Я, по-моему, на таких не летал. Классная карта. Нас очень много, я кого-то взорвал. Так, стоп, я вроде бы подобрал, подожди, я вроде бы подобрал ящик. Да, у нас теперь, ребята, играет команда на команду, стенка на стенку. Месище будет у нас сейчас полнейшее. Я теперь с этими говнюками. Все, доставили, доставили флаг. Отлично, мы пока что лидируем, пацаны. Ну, пока еще рано говорить. Ты за базар отвечай, на Игромире встретимся. На Игромире уже встретились, и мне очки сломали. Олег, я бы это повторил. Классно, я как раз вот за новыми должен сходить. Ой, кто-то стреляет по мне быстрее. Все, я доставил. Стоп, я ж ничего не подбирал. Я тоже уже доставил. Я почему-то летел на базу, думал, что что-то подобрал. Ракета прям за мной. Тихо. Больно. Тихо. Слушай, они же такие на самом деле самолетики. Сколько взрывов! Тихо! Что происходит? Ребята, вы видите это? Хочу сообщить, что мы доминируем! Больно сейчас будет, походу. Сколько ракет у меня сейчас было? Это что было сейчас такое? Не. Так, все, вроде бы меня никто не преследует. За мной ракет, наверное... Просто! Зато я доставил флаг, и чувак, который врезался в меня, он теперь точно не украдет его, потому что он умер. Вот, поэтому я сделал только плюс нашей команде. Поэтому еще very good, как говорится. Что делать? Я взорвался. О, вижу ящичек. Офигеть, что? Вожочек, точнее. Не-не-не-не-не-не-не, пацанчики. Даже не думайте. Так, ну, а тут из оружия что-нибудь еще есть? Тихо. Во! Давай! Убил чувака! Уху! Взорвал чувака! Ну, здесь хоть кого-то убить можно. Где-то 6 ракет высадил в чувака и не взорвал его. Круто, так, да? Ну мы пока лидируем, причем жестко лидируем. Мы доминируем прям. Не даем им ни капельки выиграть нас. Надо просто их разрывать на части, понимаете? Когда мы их видим, просто надо сразу убивать. Доминируй, ластовый унижай. Все правильно. Цитаты великих людей! Я не узнал даже! Я мне даже не знал, что меня стреляют! Давай, должен, должны попасть! Опа, сколько ракет пускает этот самолет! Уху! Взорвал, чувачка! Так, а ну. Нет. Слушайте, у них на базе вообще флагов нет. Обожди, а где все наши флаги? У нас их было 6. Уже нет. Так, а что тут пулемет еще есть? Нифига себе! Сейчас вернем обратно флаги, не цель. Все хорошо, Олег. Сейчас вернем. Ну все, полетел. Пацаны, я надеюсь на нашу команду. Мы сила, мы мощь. Удачи тебе, Олег. Эй! Меня подбили! В кого я врезался? Меня подбили! Смотрите, то есть тут, смотрите, пацаны, я думаю, что мы можем выиграть, если наберем, то есть у нас будет максимальный счет. Меня подбили. Так, это кто? Кто полетел с нашим флагом? Меня подбили. О нет, давай, доплыви. Ой, долети. Давай. Ой, Паша, вот, преследуй. Ого, еще, Настя, выбили. Очень круто. Нет, он не поворачивает! Ты что, падаешь там? Лол. Слушайте, ну меня еще, по-моему, именно с ракетами меня еще ни разу, то есть, не подбивали. То есть я только врезался в какой-нибудь самолет и все. А так, все. Вот. Нет! Офигеть. Просто мы с чуваком лопал. Я рядом был. Там два флага сейчас есть. Они выигрывают. Так, надо быстрее доставлять. У нас 1.5 минуты на то, чтобы исправить ситуэйшн, гайс. Давайте, работаем. Гайс, я не доставил флаг. Дай с вами Вангай. Давай. Все, на базу. Не доставил, что ли? Почему? Давайте, пацаны, ну пожалуйста, прошу, мы должны. Мы же так хорошо лидировали, выигрывали. Так, я подбитый. Я взял один. Я, короче, как смертник, знаешь, последний. Давай, быстрее. Надо работать. У них 6, у нас 1. Что за фигня? Это все из-за Паши. Ну нифига подобного. Саня, аккуратнее в следующий раз. Погнали к ним на базу, просто воруем все, что у них есть, и валим оттуда. Давай, быстрее, давайте, вот прям сейчас. Давай. 40 секунд у нас. Давай, есть, у нас есть мало времени. Я прям парня врезался, его убил, а он меня убил.
Опа. Красивый. Да, нормально, да. Классный был. Они-то сейчас делают, по идее, то же самое, наверное, сейчас. Да, я работаю по нашей тактике. Давай, 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 Саня. У меня ракеты хоть какой-то раз сведутся или нет? У меня просто, у меня всю серию, наверное, наводится ракеты, это жесть. То же самое. Вот еще чувачок, давай, 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 мы выиграем, выиграем, давай, 18 секунд, давай, давай, давай. Еще, еще, они воруют, у нас 14 секунд, давай, 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 давай. Мочите, мочите их просто, мочите. Я на платформу не могу на них приземлиться, о нет. Нет! Давай, 7 секунд, должны, должны. У нас 6, у нас 6, у нас 6, 7! Да! Все, минус. У них один. Выиграли! Мы выиграли! Мы выиграли! Мы выиграли! Ох, ребята, это было реально жестко! Это было прям чересчур жестко! Мы потели как только могли! Я 5 флагов доставил, ё-моё! А там Хайпер 9 флагов достал, чё? 11! А зато я 8 убил, так что, пацаны, да, я тут это, терминатор, понятно? Там доставки, смотрите, сколько там флагов снял, там доставки надо было смотреть, ну ладно. Я надеюсь, курьерская доставка была. Да будет мясо! Наверное. Слушайте, вот сейчас я вообще не знаю, ребят, чего ожидать, потому что вертолеты. Это типа вообще, подождите. Тут залп есть! Залп! Офигеть! Стоп, вау, вау, это очень, это же новый вертолет, который еще не добавили. Ё-моё, или добавили? Серьезно? Или добавили, наверное. Слушайте, ребят, у нас тут идет, получается, игра. Три команды. Давай, 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 давай. Опа, убил одного, давай, отлично. Паша. Ой, Серега, спасибо. Да. Спасибо, что подставился. Я так, ну то есть, ребята, привет. Правила все те же, нам нужно подбирать привет. Флаги и, конечно же, доставить на свою... эту базу. Что за залпы? Что за залпы? Ну то есть залпы это сразу много ракет. Да, 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 да. А, где, кстати, а что, самонаводящих нет? Нет, они не самонаводящие. Нет, нету. А, причем тут только залп есть, то есть тут без самонаводки. Ой, спокойненько. Я ищу зелененькую. Так, я доставил. Спокойно. Слушайте, конечно, вертолеты это не то, что самолеты. Тут да, гораздо самолеты все... будут... по кучерявей, поудобней, по... Согласен, согласен. Тут без наводки, потому что все, привыкли все с самонаводкой играть-то самонаводением. Плюс. Что вообще простенько тихо, было. Тихо, тихо, тихо. Так, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. А ну-ка, пошел отсюда, парень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Меня Олег, подбили! Coming down, Mayday! Понятно, все. Чего? Я слился. Я... Причем там, когда я тебя убивают... Там такая тревога у тебя начинается в вертолете. Розовые воруют. Розовые все воруют. Я кого-то взорвал. Отдайте. Полетел, быстро. Не стыди. Вот да, это вот было розовый, круто, на самом деле. Нюк ты. Розовый красавчик. Пищин. Нет, то есть фиолетовый красавчик. Донателло. Просто батл. Оп, пойти должен был взорвать. Сука, розовый достали. Так, все, я просто подбираю, как бы, и мне норм. Нам тоже нормально, пацаны. Да пошли вы в жопу, розовые. Там ему не розовые. Попал по чуваку, побил одного чувачка. Ну, оранжевый, посмотрите на базу. Я умер, мой самолет сдох. Грубо подожди, говоря. Что это, самолет или зона. Вертолет? Подожди. Блин, на вертолетах это самое сложное. Ты чё сзади творишь? А чё ты лезешь? В смысле, куда? Я на базу вообще-то хотел доставить флаг. Вот, Саня, ты конечно... Вы понимаете, что рядом с нашей базой... А, нет, всё доставлено, да? Все доставлено, так, окей. Так, Хайпер, тебе сейчас будет попка мамонта, блин, где ты там летаешь, жопа. Так, ребят, писька. Нас там как бы это сейчас на базе, воры? Я тебя вижу, писканная жопа. Вора. Лови. Ой, убил кого-то, найс. И меня минусанули. Так, я подобрал у розовых. Слушайте, это, знаете, это работа по бартеру. Мы розовым, а они у нас получаются. То есть... Мы им даем, они нам дают. А видео преследования за розовых. Взаимовыгодный обмен. Оранжевых вообще никто не трогает. Сейчас они просто так пролетают, знаешь, как... Попал. Софи, здравствуйте. Привет, блин, жопа. А, это да ты, Паша! Сейчас я тебя, блин, уничтожу. Подожди, ну-ка, сейчас посмотрим. На... Ну-ка, в лицо мне смотри. Нет, не смотри. Олег, да наша проблема нет. Ай, тебе больно вообще-то! Нет, меня подбили! Пуся-тю-пуся! Лол! Это просто, что за режим такой? Это что за... Давай! Я лучше жвачку! Нет! Нет! Пожалуйста! Лети Нет! Я просто как якорь вниз упал! Покончил с собой, ясно. Мне классно. Даже фраг не засчитали, понял, Паш? Это я сам просто решил податься. Опять эти оранжевые воруют, вы офигели, у нас минута осталась. А, это у нас, кстати, воруют. Минусанул. Точнее, подбил.
Я подбил его. Нет, я его тоже без этого подбил. Смотри, сколько у розовых. У розовых все, надо их срочно. У розовых мочить. А ты не знаешь команды, ты давай это. Ты своих, да, так своей я, поставкой я занимайся. Команды, блин. Ну ладно. Годал бить розовым. Не буду вам помогать. Годал бить розовым. А чё розовым помогай? Они враги общие, Паш. Я вообще молчу. Как ты? Слушайте, вертолет какой-то, ну такой. Ой, очень... Хуспер, ты отдал, блин. Важный на управление. Опа-на. Сука, розовый. Вот опять розовый затонул поле. Реально у нас всё брать. А как ты это сделал? С одного выстрела, с одного выстрела. Да подожди, а как? Нет, а на какую кнопку? На пробел. Попал один раз! Есть попадание! Я доставил, и в меня попали, ребята. Очень круто, повезло. 27 секунд осталось. Давай, быстрее, подбирай! О, по мне попали! Ох, надо давай, срочно давай, валить! Дотянешь, дотянешь. Валим, 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 валим! На зону, давай! Отлично! Доставили! Ребят, у нас 4 должно быть! Да! Да! Мы должны выиграть! Должны! Под нами один есть! Вижу, вижу! Опа. Вали его! Он вот 6 секунд оставь! Бери ящик! Срочно, срочно! Подбирай ящик! Нет, 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 пожалуйста! Давай! Давай! Да! 5! Мы выиграли! Мы выиграли! Просто батьки на районе! Кто? Мы! Кто? Мы! Вы писюны! Да! Вы писюны! Вы красивые писюны! Ну что ж, дорогие друзья, вот на сегодня наша серия по GTA 5 Online по вот такому вот новому режиму под названием «Сношение» подошло к концу. Надеюсь, что вам понравилось, и поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами были сегодня, как всегда, Кофи, Клэнс, Алекс Фокс и Хайпер. Режим был реально очень крутой, и надеюсь, он вам понравился. Ну и всем до скорой встречи! До скорого! F17, блин, люблю клавиши F17.